Здравствуйте, вы на канале Бродяга Режиссер, и сегодня мы будем с вами делать вафельные трубочки. Для этого рецепта нам понадобится на 4 яйца стакан сахара, 4 столовые ложки крахмала, растопленное сливочное масло, щепотка ванилина и 150 грамм муки, у меня просеянная уже через вот такой вот стакан. И сгущенное вареное молоко, это уже для начинки. И пекать вафельные трубочки мы будем вот такой вот, вот таком вот мультипекаре Redmond. Это я попросила его у соседки Лены, у которой было недавно день рождения. Вот она идет с такими насадками. Эти насадки съемные можно делать, вставлять сюда насадки гриль. Какие еще тут? Ну вот, в принципе, вы можете все их видеть. Очень много разных насадок, но у нее только вот такие, для тоненьких вафель. Как раньше были, наши бабушки делали вот такие вот вафельки. Мы попробуем. Рецепт я взяла, ну, по памяти, не знаю, тот, который еще делали наши родители. Вроде такой. В интернете подсмотрела, но вроде такой точно я. Ну так, приступим. В кастрюльку я добавила яйца, сахар, ванильный сахар, сливочное масло. И сейчас все это будем взбивать. Вот такая вот консистенция у нас получилась. И сейчас мы будем всыпать туда муку с крахмалом. В общем, вот такая вот консистенция получается. За счет того, что сливочное масло недостаточно жидкое. Ну, сейчас будем выпекать. Вот у нас этот мультипекарь. Я уже включила. Вот он загорелся оранжевым цветом. Когда вот тут вот загорится зеленый, можно класть уже... накладывать вафельки и будем печь. Я смазывать ничем не буду, так как боюсь испортить, как бы это не моя. Но на пробу. Если нам понравится, мы с Андреем купим себе такую. Вот, как вы можете видеть, загорелся уже зеленый. И я прям даже вокруг мультипекаря ощущаю, какой он горячий. О, даже дымится. Я уже говорила, я смазывать, наверное, ничем не буду. Ну, не знаю, сколько по времени. Книжечки нужно посмотреть мне, но я, наверное, пока посмотрю по своему, буду ориентироваться на свой опыт. Сейчас посмотрим. Так, у меня ребенок на руках, и вот что у нас получается. Снимаю скорее и сворачиваю. Так, ну, конечно, грязная вафельница. Что поделаешь? Так, сейчас я вам показываю вот такое количество. Получилось из того, что было. Я потом начиню с вареной сгущенкой. Ну, конечно, еще 3 штуки тут слопала я и Настя. Приятного аппетита! С чайком самое то. Но мультипекарь — это классная вещь.